Это небольшой праздник, накануне родов. Чего тебе приспичило ехать туда? Тут же все здорово. Мы же вместе ненавидели Нью-Йорк. Это нас объединяло. Да, тут чудесно, Эва, но немного скучно. Вернее, жутко скучно. Я просто хочу немного посмотреть мир, окунуться в культуру, поесть в хорошем ресторане, заглянуть в музей. И тут есть музей. Денька два надо еще подождать. Но когда я вернусь, да. Я войду в эту дверь, и мы устроим половое сражение. О, на полу, хорошо. Это будет здорово. Опять на полу в кухне? Обязательно. А может, лучше в спальне? Спасибо. Или начнем в кухне, а потом переберемся в спальню. Развлекайся! Пока! Будь осторожна! Я люблю тебя! Не понял, в чем дело? Простите, сэр. Туда никому нельзя. Нет, все нормально. Я менеджер. Это мой магазин. Ваш магазин закрыт до дальнейшего распоряжения. А что случилось? Не могу разглашать, сэр. Полицейские дела. О, стоп, вы же менеджер. Вы не знаете того охранника, который работал ночью? Знаю. Антонио. Антонио Гузман. А что, Антонио... он что-нибудь натворил? Гузман. Да, он мертв. Что? Вы уверены? Да уж уверен. Похоже, вашего дружка разорвал на части дикий зверюга. Господи. Мы имеем дело с психопатом. Он содрал с него кожу. А есть какие-то зацепки